Начнем, пожалуй, с верха низа. Это трикотажное платье, выполнено из хлопка. Трикотажное, но оно вязаное, такое плотное. Оно с цельнокроенным рукавом, как видите, таким коротким. Заниженная талия, и оно такое укороченное. В общем-то, вот так вот оно выглядит. На ногах у меня ботильоны. Я вообще любитель ботильон. Это мое. Очень люблю такую вот, всякие такие вещи. Шерстяные колготы. Очень, чтобы было тепло и уютненько. Лицо сейчас приближу. Ну, как видите, оно вообще не накрашено. Воротник меховой, который снимается, он, видите, отдельный. Я его использую как шарфик. Ну, а сейчас я вам покажу свое пальто. Выполнено из водоотталкивающей ткани. Оно отрезное по линии талии, с сточным рукавом. Карман прорезной. Здесь такие небольшие защипы при сборочке. Очень жесткие формы. Сзади, не знаю, видно или нет, потому что ткань темная все-таки. Пояс переходит в клястик, который завязывается и создает такое небольшое прилегание по талии. Формы такие округлые. Оно легкое, но, тем не менее, оно очень теплое. Как видите, образ достаточно мрачный, если бы не вот этот вот пристегивающийся воротничок, который я ношу в последнее время очень активно. На руки я одену еще перчатки черного цвета, и, собственно, в таком виде я пойду по своим незначительным. Ну и вот мой образ. Итак, ботильоны лаковые на шнуровке с серебряной подошвой, колготы шерстяные, колготы черного цвета, пальто. Я не знаю, это все очень плохо видно, так как ткань темная, но я вот темная лошадка, ничего не могу поделать. Вот так вот все выглядит. Всем спасибо за просмотр. Пока!